Данная программа помогает раскрыть свои способности, а также реализовать планы по саморазвитию. В СКО программа реализуется успешно уже второй год. Хотелось бы поблагодарить Управление образования Северо-Казахстанской области, а также Центр методического развития и информационных технологий в сфере образования за помощь в реализации проекта. Сегодня состоялось награждение первых медалистов этого года, их у нас 14. Елбасы медалі маған көптеген мүмкіндіктерді ашқан еді, және де менің ойымша осы проекттің мақсаты тек қана адамды жан-жақты дамыта отырмай, оған мотивация беру. Яғни, әрбір қатысушыда өзіндік мақсаты болады. Сол мақсатқа жету үшін арнайы пландарды да қояды да, сол планмен адам дамый бастайды. На данный момент медаль Елбасы единственный проект национального уровня, который предназначен для нас, для молодежи. Нашла себе новых друзей, научилась кататься на лыжах.